Мы рады приветствовать всех участников сегодняшнего турнира. Спасибо, что вы к нам приехали. Рады приветствовать наших тренеров. Рады приветствовать организаторов. У нас сегодня присутствуют такие замечательные спортсмены, рекордсмены мира, чемпионы мира. Поэтому занимайтесь спортом, будьте достойными. Вот наших ветеранов. В этом году свои силы на Искитимском помосте пробуют ребята из 10 муниципальных образований региона. Есть у нас условия для этого. Есть и помост, есть и большой зал, где проводить. И разминочный зал, то есть новый зал тяжелой атлетики. Ну и я думаю, что и организация у нас как бы на хорошем уровне. То есть к нам всегда приходят и руководство города, и депутаты города. И уделяют внимание этому турниру. И призы здесь достаточно хорошие. В этом году спортивной школе Искитима при содействии администрации удалось открыть для тяжелоатлетов новый зал. Здесь 5 помостов, тренажеры, раздевалка, есть душевая. Вклад искитимцев в развитие спорта оценили профессионалы. Получилось так, что Искитим этот раз блеснул. Они построили специализированный зал. Для нас проблема проведения соревнований, как где проводить разминку. Нас не пускают во дворцы спорта, нас не пускают в дома культуры, все это прочее, потому что мы ломаем цену. А здесь совмещено все, и самое главное, что есть условия для проведения разминки. Один из лучших залов получился в Новосибирской области. В Искитиме ребята занимаются под руководством тренера Ильи Парамиенко. В копилке наград местной команды 4 золотых и 3 серебряных медали. В общекомандном зачете у Искитима 3-е место. Впереди новосибирцы и бирчане.